Я играл Да, эту, проиграл согласен. эту битву, но не проиграл войну, конечно, но... А ну войну ты выиграешь? Maybe, maybe. Бэйби. Maybe, baby. Мэмби, бэмби. Я оружие вообще не могу найти. На. Нормально. Лежит вот. Скар, вон, сзади, 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 сзади. Я уж думал, ты берцовку назвал нормальным оружием. Хотел уж тебя спросить, что с температурой. 36,7. Здоров полностью, как бык. У меня игра крашнулась. Прикол. А ты знаешь, что у быков температура на 2 градуса выше? Теперь знаю. Но это я придумал только что из головы, просто тогда такое. Не знаю. Вот. Не, ну игра, конечно, да, мне нравится. Ставлю ей лайк. Ну хоть в это. В сейве, так сказать. Но у нас рядом никого. Не, кто-то уже есть. Ну ты не пуш пока. Да не пуш. Я уже возвращаюсь. Ой. Я здесь. Ты кого лопасишь? Телека. Понял. Хорош. Так... Да что? Филищ. Сквозь башку чувака полетает пуля. Все, теперь не прилетело. Меня это... Мало аптечек. Ты раненый? Немножечко есть такой. По-моему, я только что видел, как чел пробежал с забора с пятиэтажки. Возможно. Вот сюда. Не показало? Блять, блять, блять! Он сейчас что будет пробегать? Посмотри там дорогу. Убил. Ты убил, красавчик? Мы убили сквад. Ну как мы? Ты? Нет, мы. Нет, ты. Я нокнут его. Я одного убил. Вон там, вон, да, здесь чел на втором этаже. Вон там чел. И в монитор такой пальцем показывает. Нет, поставь, да. А у меня был такой тиммейт однажды. Ну как, знаешь, когда еще вот этих записей и прочего, ну, не было возможности, мы играли турнир по Battlefield Build Company, и, ну, для того, чтобы все было честно, мы ставили назад камеры, чтобы, ну, из-за... Чел перебегает тихо, по дороге. Тихо. А это бот, блядь. Или это бот? Бот. Так вот, мы ставили камеры за спины. И получается, ну, чтобы они видели экран и видели, ну, нас. Чтобы там на мониторе ничего не было, никакой хуйни. Вот, и мы потом, ну, мы там в турнире победили. Предоставили записи. Угу. Мы потом пересматривали... Да, запись одного из нашего чувака, его ногу, он такой, вон там он, вот там, и пальцем, короче, в монитор показывает.
Блять, мы потом тральбасили его еще долго. Это прикольно, нарожать. Вот там, вот там. А еще прикольно было бы, если бы он, знаешь, монитор так затыкал, что у него дефекты появились после этого. Не, просто вот там, вот там. Там, ну, типа, тоже в этих, в каких-то штуках, которые кто-то юзает, ну, потому что хорошо стреляли, и тоже вот эти все подозрения. Потом с одного чувака подозрения сняли, и такие, блядь, чуваки, да какой он не то, что не знает, где противники находятся, он вообще не понимает, где он находится, типа, там не чувак играет, так что, блин, как внутри этих домов что-то как-то темно стало. Интересно, куда отправляется бот, когда его убивают? Мы в лобби, а он... Бля. Он на сервера Рупабга. Не, если... Ну, здесь же интеллект у этих ботов, как в PUBG Mobile. Пошли куда-то, Анок. Ну давай. У нас мотак есть, если что, в центре на метке. Здорово. Еще круче было бы, если бы у нас еще и патроны были. Какие? Пятерки. Ну, у меня есть. Да. У меня 49. На два гана? Да. Понимаю. Тебе нужна четверка? Не. Я нашел. Нашел 90 патронов. О, еще больше нашел. О. Все, теперь не дам. Не давай. Мне не надо. У меня 200. Нам ботов вовне, что ли? Не знаю, кто это. Вроде чел. Отсюда бежал. Фига его заспотал. А может и бот. Нокнул. Нифига. Хочешь хер? Анох. А? Хочешь хер? В смысле? Не хочу. Ну, это ник у чувака, которого ты убил. А. Хочешь хер? Да не, это бот, это бот. Куда мы едем, где? Блин, я что-то боюсь с мотоциклом ехать. Крахнет, блин, нафиг. Как думаешь, нас разбомбит? Нет. Я тоже так думаю. Деньги, все-то. Не верю. По Сиэнди что-то происходит. Бля, там бот стреляет, походу. Ну, типа берстом боты стреляют. Походу. Тут даже мирада не тронутая. Что, вообще падали? Лутано? Походу нет. Да. Куда ты его варт? А что мне с ним еще делать, только втыхать? Так-то по факту. Окей, вообще по факту все дело.
тут шестерка есть. А мне есть. Ну и ладно. Да-да, нет. Поехали. А, тут не лутано. Здесь нечего делать. Убери сюда. А это, кстати, по-моему, чел. Бота убил. Чел убил бота, да. Где он его запасил? А, он здесь у нас. Да. Зачем они своих гасят? Блять. Что за чушь? Ну прям заспрыгал, как человек. Здорово. Передай привет моей сутулой собаке Геннадию Карпухину. По чесноку папк самая медленная и унылая игра на свете. А нет. Нормальный человек, а с бинтов не возьму. Дмитрий, конечно, привет твоей сутулой собаке я передаю. Вот. Собственно. Рюкзак. Если она твоя, то мне даже не стоит произносить имя. А если вдруг ты соврал, и это не имя твоей собаки. Значит, некрасиво сделал. Значит, сделал некрасиво. Ну что-то в складах в натуре что-то как-то тихо. Шок. Спасибо за болтос. Ауф. Миллион не надо? Не. Ну что, лупасер в точку? Где, ну типа, вообще, где враги? А я что знаю, я что, радаром пользуюсь. Вот он. Вот еще один. Вот они пришли, сководы эти. Угу. Просто я открываю, стоит в поле чисто. Стоит. Я вообще поснял. Ну это вообще мерзость, просто мерзость. Поганили просто всю игру своими погаными ботами. Так что получается, мы только челов в пикадо встретили, да? И то один сквад. Да, мы сквад только убили, получается, пикадо. Все остальные боты. Прикол. Тут один человечек очень бан хочет. Да там, по-моему, блядь, полчата хочет, чтобы их в муд запихали. Там человек 5 себя как долбоебы ведут. Вот они, игроки в папку.
И на нас Red Zone. Мы скорее от нее умрем, чем от чела, блин. Че, мочела? А че? Она появилась и исчезла. Ну, блять, это же PUBG. Видел? Ну да. В натуре прикол. Типа такая, ладно, живите. Живите. Ну вот я уверен, там боты файтятся. Блин, ну нас... типа да, ты тратишь время на то, чтобы подкрасться к стрельбе, а там беспонтовый бот. Один, типа не сквад. Давай на дроп поедем, он на стачке справа стоит, может туда кто-нибудь приедет хоть. Или что ты, туда пойдешь? Пойду чекну. Ладно, тогда подъеду сейчас туда. О, нет, слушай, человеки. Я проверю, возможно, как у нас полетели. Бля, тут еще одна гора. Я устану бежать. Как же он лупасит в точку. Чё, босс? И что это? Баты? И что это? Да ладно, ребят. Папа, ёк-макарю. У нас что, вообще людей нет, что ли, или что? Я не знаю, ну. Может, на рашке это? Люди играют в сквадах. В 10 часов вечера на Европе нету сквадов нормальных. О, мотик едет в кемп. Боты на мотоках не ездят. Боты транспорт. Сюда приехал. Только он один, блин. О, в харе получил. А там друг выедет на мираже. О, дал по нему, да. Надо Аноха брать патрульную машину и уезжать к ним. О, чё слева бежит бот. Просто. Это кто прыгнул? Да, тачка далеко, блин. Да, он в купол. Я тут сражение с ботом выиграл. Блять.
Нифига их не напрягают, что-то они вообще в шоке, наверное. Мега кил, ага, а мега лул. На перебежке чувака поймал. Давай это нахуй. Ты отдыхался? Нет. Да и не доедай. Хоть пострелять с кем-то можно. Я вообще пошел к ним. Давай. Я там ног одного возле сосиски его резает. Сейчас его будут резать, наверное. Попробуй даже подловить на перебежку. Ля, вон сляй. За сосиской, чел, по идее, или в сосиске. Перезаряжайся. За двушкой стеклянной. Ага, смоки. О, вижу, как он обходит его. За машиной один. За этим, как его, блин. Трактор, ой, КамАЗ, КамАЗ. Блин, СКС кого-то не вижу. А, вижу тебя. Хилюсь. Макарёв, ну как хочешь поселять? И нашел единственных людей. Класс. Сколько же они подпитывали, это вообще шо? Подпитывали они хорошо. Я нашел челов еще. У меня патрон нету, Макич. А, все. Да? Ладно, попробую поспрей. Не, бессмысленно. Че такое? А, ну, я двоих чулов убил, и сольник остался. Ну как двоих? Одного убил, второй за сольник, за синькой умер. Тачка едет? Он даже на меня едет. Ты че, дядя в себя поверил? Блин, на тебя уж. А, их двое даже. Я думал один. Тоже думал один. Видимо, фулл склад. Последних двух, видимо, такого. Ой-ой-ой, по кому это? О, походу, чел живой. Пуск. Батяр.
Я же не буду тратить патроны с берила. Ой-ой-ой. Ты там нормас? Угу. Где он? Нормас. В будке? За будкой, да. Понял, сейчас ой-ой-ой. Он там получил себе двоечку. Ну и где-то бот остался, стопудово. Ты грен прокидывал? Да, да. Где-то. Очень, очень веселая игра. Да, дроп за синьку упал. Мало того, что за синьку, вообще на хату, на крышу. Понятно. Как же это было тяжело, последний чел был такой сильный. Да. Ну это отвратительно, типа, вообще. Это вот, это европейский паблик, вот что с ним стало. Европейский паблик. На русском паблике вообще, ну... Там вообще только один сквад будет играть. Я, у меня вот два цаха, из них только сколько было, 9 или 10 людей? Три в кемпе, три в другом кемпе, два в тачке, это 8. Вот этот последний, 9. Все? На машине двое ехал, ты посчитал? Ну да, да. Получается так. На YouTube, да это даже на YouTube-то. Не, я выложу чисто порофлить. Чисто порофлить я выложу на YouTube. Ну, вот чтобы я играю с VPN на Европе. Вот сейчас 11 часов вечера, чтобы чуваки увидели, какая ситуация на паблике в 11 часов вечера на Европе.